Развитие несколько новостей последних минут. Во Львове правый сектор пытается блокировать выезды из города, чтобы в сторону Закарпатской области, это по соседству, не могли выдвинуться военные. И только что появилась съемка, сделанная в Киеве возле администрации Петра Порошенко. Ее, напомню, руководство радикалов обещало блокировать бессрочно с главным требованием – уволить главу МВД Арсена Авакова. По данным его помощника Антона Геращенко, заблокированные в районе Мукачево боевики пытаются выйти силовиками на переговоры. Это пока вся информация. Yeah.